Всем привет, это канал Physics A и Bendy and the Ink Machine. Сегодня мы поиграем в четвертую главу. Почему в четвертую, а не в пятую? Ведь она же недавно вышла. Ну, потому что она у меня закрыта, нужно мне пройти четвертую главу. Ну, тем более у меня нет записи четвертой главы отдельной. Поэтому давайте сейчас мы пройдем четвертую главу, а потом уже выйдет следующая серия, где мы пройдем с вами пятую главу. Окей. Поехали. Куда нам надо идти? Я не до конца помню вообще. Ох ты ж, ё-моё. Какие кошмары тут творятся. Так, тут все, кстати, на русском. Неразличимо. А, неразличимо. Это такая буква L, что ли? Так, что-то там случилось у них. Ладно, пойдемте сюда тогда. Определенно что-то тут не хватает. Войти в архивы. Ну, тут, кстати, видите, хреновый перевод, если честно. Ну, какой нашел? Какой нашел? Так уж и быть. Хотя бы какой-то перевод. Некоторые буквы не показываются. Буквы, вот, видите? R, квадратик Ивы. Классный перевод, просто обожаю. Кто так умудрился, даже и не проверив, что он делал. Либо он просто так поменял буковки местами и даже не обращал на это внимания. Ладно. Так, что тут надо делать? У нас есть найти секретный проход. Катя, тут буква Х есть. Только она какая-то маленькая. Они сказали мне, что я идеально подхожу для этой роли. Совершенно идеально. Теперь Джоуи ходит везде и говорит, что что-то с закрытыми дверями. Я всегда вижу. Теперь он хочет снова встретиться завтра. Говорит, что у него есть отличная возможность. Я высушу его. Но если этот пустосмелье думает, что он может подставить ангела и убежать с ним, тогда он сильно ошибается. Алиса, она еще любит лжецов. Сьюзи Кэмпбелл. Хорошо, я даже не знаю, кто это такая, Сьюзи Кэмпбелл. Допустим. Так, секретный проход, да? Книжечка. Вот как это работает. Ага, нужно книжки задвигать. Сейчас мы задвинем тогда книжки. Где тут еще есть книжки? Вот, книжка есть. Так, тут есть книжки. Они могут быть, наверное, наверху. Ага. Тихо! Не надо сейчас мне тут это всякие кошмарики показывать. Я сейчас это... А, ладно. Проехали. Ничего не было. Продолжаем активировать секретный проход. Так, вроде сколько? 5 надо штучек книг. Надо посмотреть. Ага, последняя осталась. Частный. Что там частный? Ладно. Может быть, здесь где-нибудь? Надо проверить повыше. Наверняка, о чем тут есть. Я просто в основном не смотрю наверх. Так, что-то не видно. Ага, нашелось. Все. Открывай. Угу. Войди во тьму. Классное задание. Войди во тьму. Так, ух ты, как выглядываешь. Ты что, застрял, что ли? Ладно. Войди во тьму. Вроде как надо перебраться туда, на... Починить мост. Сейчас починим. Так, это что у нас там? Какой-то вентиль. Там можно активировать. А теперь можно. Ну-ка. Ага. Монстру, который может забрать чернилку. Выпал. А, кажется, я вспомнил, что там надо сейчас сделать будет. Вот с этой машиной. И нужно что-то... Что-то где-то установить. Вот. Так, он кружку делает. Вот, шестеренка нам нужна.
Так, и активировать. Теперь нам сделать шестеренку. Есть. А шестеренку нужно вставить сюда. Что там еще можно делать? Там вроде еще что-то можно делать. Косточка. А что это такое? Ладно, какая разница. Главное, что мы починили. А, теперь надо активировать это, да? Хорошо. Теперь он перепрыгнул. Ой, как долго. Долго. Ну давай, приезжай. Пунк. 100% мы либо грохнемся, либо что-то произойдет. Ну блин, ну такая ситуация, боже мой, прям. Чтобы не напугать. Ну вот, вот о чем я и говорю. И все, что ли? Так, что-то все нормально. Все. Выбираемся. Все, можем продолжать идти. Кошмар какой. Ручки, ручки. Ладно, пойдем дальше. Так, что тут у нас? Я вижу тебя там, мой мальчик, на побегушках. Твой ангел всегда за тобой наблюдает. Ох, напугало. Что подает тебе силу? Придает. Это волнение охоты? Жажда свободы? Или, может быть, ты просто ищешь маленького дружелюбного волка? А, это волк, значит. Это не песик. Лучше поторопись, мальчик, на побегушках. Борису сложно оставаться целым. Мюзяка. Так. Опа. Ребят, что с вами? Они какие-то все потерянные. Господи, не смотрите так на меня. Они что-то боятся. Это бывшие люди, что ли? Ё-моё. Походу, это бывшие люди, что ли, там. Вон там даже в клетке один сидит. Вообще в голову плачет. Наверное, они как раз и боятся того, что с ними случилось. И они теперь не могут вернуться, они ужасно страшные. Не знают, как выбраться оттуда. Но я выберусь. Да. Привет. Так, ты же не залезешь, да? И такой, эти-те. Класс. Так, а в какую сторону идти? Так, вот эта развилочка неожиданная. Ладно, здесь тупик. Идем туда. А зачем? Чего этот тупик? Я не знаю. Ух ты ж, звуки какие-то. Он что, ползет за мной, что ли? Походу, надо поспешить. Оу. Так, тут ничего не показывает. Ладно, не идет за мной. Но если идет, то очень далеко. Но я уже выбрался. Мне уже все равно. А фонарик не надо брать с собой? Ранилье. Ранилье. Угу. Хранилище, короче. Так. Давайте поднимемся. Вроде как раз надо туда как-то попасть. О, еще запись. В течение 40 лет я строил аттракционы, которые
поражают воображение. Большие чудеса, которые мир никогда не видел. Я заработал мое состояние кровью и потом. Но прямо перед всеми инвесторами высокого уровня, магнатами и Уолл-стрит, бестактный Джоуи Дрю представляет меня великого Бернаума Пьемонта, как Берти. Как будто я его ребенок. Вы, конечно, мне платите, мистер Дрю, но я не ваша собственность. Я просто вам парк, самый большой парк, который когда-либо видели. Что вы могли когда-либо представить? Но прежде чем вы пойдете кланяться мистер Дрю, знаете, это великое достижение будет принадлежать мне и только мне. Так, и куда нам теперь идти? Да, что-то у всех какие-то проблемы вот с этим. Хранилище сейчас откроем. Все вот эти вот... Это все из-за как раз вот этих бизнесменов, которые вот пытаются нажиться на всем этом. И они типа такие, ага, хренушки вам, авторские права, все это наше. И типа, может быть, что-то из-за этого все случилось. Не знаю. О, класс. Парк развлечений. О, музычка. Лошадочки. Так, дом с привидением выглядит неплохо, но мне потребуется электричество. Где же Борис? Я иду. Подать электричество в дом с привидениями, боже мой. Так, ну я понял, что нужно подать. Так. И сделай дизайн. А, кстати, открыли же эти. Опа, пожали. Так, а здесь ничего нету, да? Аттракционы открылись. Так, надо поиграть в аттракционы. Так, я не помню, когда он сильно кидает, когда он... Ага, все, я понял. Блин, я одну бутылочку не сбил. А, мне засчитало. Ну все, окей. Еще одна запись. Эти ребята внизу на складе играют игры весь день, пока я разбегаю, разгребаю все за ними. Они постоянно запирались в своей собственной подсобке. Ну, я сказал им, ребята, ну вы же умные, правда? Вот идея. Почему вам не придумать трюк для вашего, для ваших игр, чтобы дверь открывалась, когда вы выиграете? Вам будет весело, ребята, и мне нужно будет спускаться сюда каждый день, в кубочках НЭ. Они... Повелись на это, и что-то там-то. Я даже не успел. О, пушка. Сейчас будем стрелять. Поинг. 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 Нельзя стрелять, окей. Поинг. 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 Почти дошли. Все, мы выиграли. Так, что-то открылось. Окей, первый рычаг есть. Ага, провод идет. Погнали за ним. Как все удобно. Прям подсвечивает мне провод, чтобы я нашел. Конечно, спасибо. Так, ага, следующая дверь открылась. Это исследование дизайн. Ну, окей. Похоже, впереди меня кто-то ожидает, мне нужно оружие, где у меня есть шансов. Должен быть способ обойти их. Ну окей, они ведутся на шум, да. Так. Они отвлекаются на огонь, на шум. Так, и надо спуститься вниз нам, да? Так, давайте вот... А, мы можем их брать. Кидать куда захотим. Ну, сейчас тогда. А можно больше взять? Так, надо запульнуть его вроде куда-нибудь. Так. И пофиг на меня. Еще баночка. Еще баночка. А почему рычаг не активен?
Так, давайте еще раз. Оп. Так, они уходят. Сюда надо, походу. Еще один чубрик плачет. Еще одна видеозапись. Это второй. А тот рычаг тогда что делает? Ладно, это сейчас очень долго читать вообще. Очень много записей. И для тех, кто хочет разобраться, в чем же все-таки суть, конечно, вы можете все это прочитать. Так. Оп. Идут. Они за мной пошли, черт! Блин. А мне засчиталось? Надо узнать потом, мне засчиталось то, что я активировал рычаг или нет. Смотря где мы сейчас попадем. Так, сохранение. Нам туда надо. Так, мы оказались здесь. Кстати, тут еще банки валяются. Пригодятся, если вдруг... Надо... Не надо было спешить, надо было подождать, когда они доберутся до банки, там, типа такого. Что они как-то заметили меня. Так, сейчас посмотрим, активировался или нет. Ну, вроде провод идет, значит активировался. Что-то банку выкинул. Ладно. Хорошо, вторую активировали. Куда дальше? Так, здесь закрыто, значит где-то там. Там еще какая-то дверь была. Да дай пройти. Ну да, я слышу, дверь открывается. Значит, идем туда. Так, что нас здесь ждет? О. Самый большой когда-либо построенный парк, душа аттракционов. Каждый более великий предыдущего. При мысли этого у меня выступают слезы на глазах. Но затем, мистер Дрю. Среди всех твоих разговоров и о мечтах, ты единственный архитектор скольких кошмаров. Я построил этот парк, он должен быть шедевром, моим шедевром. И ты думаешь, что просто так сможешь меня выбросить, втоптать в грязь и забыть меня? Нет, это мой парк, моя слава. Можно подумать, что я ушел, но я все еще здесь. Ох ты, бедный ты наш. О. Я понял, это все-таки тоже человек внутри машины. Так, я не помню, как с ним сражаться-то вообще. Что-то надо взять, что ли? Так, или сами? Нет. Я ничего не могу сделать. Надо что-то взять. О, топорик же. Вот валяется. Все, теперь мы можем ломать вот эти колесики. Так, раз, два. С другой стороны, я уже не успею. Так, погнали. Так, вон тут пораненный. Так. Хорошо, сломался. Так, этот мы сломали. Этот... Нельзя ломать. Окей, один мы сломали вроде как. А, нет, это оба поломанных. Не до конца. Так, этот уже поломанный. Значит, сейчас я его добью. Получается. Дай пройти. Есть. Минус одна рука. Ну или что это? Ну, кстати, злее. Так начал жестко крутиться просто.
Так. Окей. Эту руку сломали. То есть немножко поломали. Так, две поломанных. Одна полностью сломанная. И одна еще целая. Вот эта целая. Давай, давай. Кстати, он одновременно две руки ломает. Я успею это сломать? Эх, не успел. Ладно. Побудем тут тогда. Ну, там, наверное, нельзя было успеть. А чё ты далеко ей бьёшь, а? Я могу не успеть добежать, чёрт. Давай, давай, есть. Ай. Больно же. Так, сейчас добьем, добьем, добьем чувачка. Последняя рука осталась. Но он ей так прилично крутит. Ну все. Конец. Прошло твое время, чувак. Что, он сейчас взорвется, что ли? Просто сломался. И башка исчезла. Ну, теперь адекватно какая-то хрень. Без лица. Так, и осталась четвертая дверь. Сейчас мы ее тогда откроем. Ну, а там уже будет что-то еще. Так, идем. Так, третий чак есть. Последнее. Да, что-то сейчас подлагало как-то. Обслуживание. Окей. Надеюсь, тут будет проще. Тут вроде проще что-то нужно сделать. А, опять этот... Я забыл, как его зовут. Ой. А чё он меня спалил-то? И ушел. Ну, хотя, по идее, он меня видел, ну ладно. Я не помню, как его зовут. Что-то там со словом прожектор связано. Прожектатор, что ли? Вроде как-то так. Не помню. Ладно. Так. Он вроде будет ходить по кругу сейчас. Так, лестница там, да? Тогда мне придется идти за ним. Мне нужно подняться наверх. Так, я надеюсь, он меня не спалит вообще, если он будет поворачиваться. Окей, все, можем подниматься. А, тут закрыто. А, вон, управление лифтом. Тут еще какая-то запись. Кому интересно, можете почитать, в принципе. На паузе там. Ух ты ж, ё-моё! А, я застрял. Но-но-но. Он меня спалил звуком, что ли? Когда я активировал. Так, и что здесь? Вон там рычаг. Сейчас я до него добегу, активирую, и там уже не имеет смысла. А. Все, он отстал от меня. Такой звук. Он внизу там? Нет, он не внизу. А где он?
Куда-то он ушел. Ладно. Вот и появился, а. Давай, это всегда работало. Чё? Чё тебе надо, а? На. Махач. Бенди против прожектора. Взял, убил своего сородича. Ну и все, он ушел в стену. Ух. Жестко. Все, мы активировали. А, ну что, самый главный рычаг, конечно же. Спасти Бориса. Хорошо, сейчас спасем. Сейчас спасем Бориса. А теперь поездка начинается, Генри. Заходи и притворись, что это всего лишь плохой сон. Ух, как страшно. Если я приду в такой дом ужаса или просто аттракцион ужаса, то я вообще не испугаюсь. И просто тупо вот так будут вылезать. Ну чё это? Бенди. Кстати, изображение Бориса. Игрушку положила просто. Почему ты здесь? Мы все умрем от любопытства. А, умираем. Ты просто наслаждаешься тому, что попал в ад. Потому что если это так... Держись крепче. У меня есть сюрприз. А, я вспомнил сейчас, что будет. Да. Ух, что сейчас будет. Картины прикольные, такие светятся. Пианинка. А у него глаз светится. На столе. Кушать подано, как говорится, да? Борис. О нет, что она сделала с тобой? Ну все. Махач со злым Борисом. Я получила, что хотела, и взамен я отдала ему гораздо больше. Дай добраться сюда. В этот раз нет чернильного демона, ни спасения. Борис, разорви его на части. Не оставляй ни следа. О, тихо. Так. Так, он блевает. Окей, спасибо за вот эту штучку. Так, надо сделать... Вот, да. Сейчас мы сделаем. Оп, положил. Оп, кручу. Верчу, запутать хочу. Так. Тихо, я не забрал. Подожди, дай забрать, а? Айть. Окей, есть. Мне кажется, я только что палочку просрал. А, нет, не просрал, все нормально. Запасная есть. Будет, точнее. Опа. Но я его вроде как ударил. Оу. Что за прыжки такие, а?
Ух ты ж. Ай-яй-яй. Тихо. Стой, стой, не подходи ко мне так близко. Тихо. Да что за прыжки такие, а? Вот еще палочка. Ну все, тикамец. На, понял. На. Ай, да больно. Что на тебя палочка не действует? Ай. Сейчас там какая-то дырка была, нельзя через нее выбраться? Наверное, нельзя, потому что я просто не могу приседать. Игра мне не позволяет приседать. А так бы я выбрался туда. Блин, у меня нет палочки теперь. Шикос просто. Так, я застрял! Нет, не застрял, все. Так, у меня палочка выбрана. Ай! Фух, я что-то на него не нарвался. Так, ну-ка, блевани. Ага, я сейчас палочку сделаю. Ну, быстрее. На тебе. Там кусочек валяется. Опа. Да ё-моё. Ой, я застрял. Надо быстрее подобрать. То мало ли пропадет. Создаем. Уходим. Да ё-моё. Он блюет, блюет, блюет. На! Так, есть. Так, у меня проходит пока. О, тут, кстати, катаются тележки. А он сейчас ими будет бросаться, ё-моё. Отойди. Давай не так близко. Блевани еще раз. А как они сквозь эту проезжают? Ага, лошара. Лошара. Че, ждешь еще одной? Ты блевани ты хотя бы, а? Запчасти, может быть, подобрать? Нет. Ать, мимо. Блюет, блюет. Оп, взял. Создаем. Так он уходит. Нормас. Так. Ой. Блюет. Бьем. Да, все. Фух, мы победили Бориса. Почему ты просто не можешь умереть? Все. Привет. Да. Добрый Борис и Ангел. Возможно, есть добрый Бенди, но фиг его знает. Окей. Это была четвертая глава Бенди The Ink Machine. Одна из прикольных. Да, она прикольная. Не то, что третья глава вообще была отстойная. Вторую я уже не помню, что там было. Что-то там было. Мы с Борисом там гуляли вроде. Да, там было что-то типа такого. Не, вторая глава была тоже прикольная, но там тоже были проблемы. Но четвертая глава... глава пятая, последняя... Бобина? Бобина? Чё? Бобина? Так, можно поставить на паузу сейчас? Ага. Что ж, пятую главу мы пройдем в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Дискорд-сервер, ссылки есть еще в описании. И всем пока!